Хотите жить в мире, где все чувствуют себя комфортно и спокойно? Или предпочтете реальность? Возникли новые конфликты, но методы прежние. Дипломатия, война. Они не всегда работают. Иногда нужен третий вариант. Мы призраки. Правительство считает, что нас не существует. Но мы реальны, и мы решаем проблемы. Скажу один раз. Исчезло 4 килограмма радиоактивного изотопа. Этого достаточно, чтобы уничтожить 6 мегаполисов. Ему известно, где он. Сэр, остановитесь! На колени! Чего ты хочешь? Свалить из страны. Он шпион. Речь идет о жалком продажном копе. Раз вы сейчас здесь, не такой уж он и жалкий. Будьте осторожней. Вы тоже, мать вашу. Это ваши люди в посольстве? А ты силен. Тебе можно верить? Посадите меня в самолет до Штатов, и я все вам выложу. Действуй. Операция как раз для вас. Цель — доставить объект вот сюда, на 22-ю милю. Давай, погнали. Два мотоцикла на хвосте. Быстрее, черт возьми! Прием, это первый, мы влипли, по-крупному! Запрашиваем божью длань. Готово, огонь. Сколько миль мы проехали? 12. Наш ангел будет на земле минут 10. Проворонят его, им крышка. Не успокойтесь, пока всех не порешите, так играем? Я в деле. Everything I see made me everything I am. Pray. Fast forward, freeze frame on my pistol. Pray. Вы монстры, но я еще хуже. Я убийца, похожий на героя. Волнуешься, Элис? Ты что, шутишь? Как сам? Я спокоен, как удав. Это потому, что ты псих. Спасибо.